Здравствуйте, мои зрители. Я сделала на картах Ленорман расклад. Я спросила высших сил, что произойдет с нашим новым избранным президентом Зеленским на его инаугурации. Вот. Какими событиями, хорошими и плохими, может произойти во время именно инаугурации президента. И что мне вот вышло? Вышла коза, карта леса, гора опять. То есть получается восхождение, это луна, это в честь восхождения на его гору. Довольно-таки очень сложные получается. А гора, какие-то будут препятствия, какие-то будут крутиться как ловушки, обман какой-то. Леса – это вот обман. Вот, ну, в преддвериях его инаугурации. И получается, к нему дойдет информация, закрытая информация будет, что с ним может произойти как вот десятка, это коса, какое-то несчастье. Вот. Но если это несчастье будет открыто, то если ты предупрежден, значит, ты вооружен. Вот, и получается, здесь карта книга говорит о том, что все-таки до него дойдет информация о том, что на него будет или какое-то покушение готовиться, чтобы сорвать эту инаугурацию, чтобы навредить ему, как несчастный случай. Ну, что-то такое будет происходить, вот, и ему придется вот заключать соглашение. Кольцо – это вот сорока, как он все-таки заключит соглашение. Все-таки предыдущая власть ему будет вставлять палки в колеса. Понимаете? И вот очень предупреждающая карта, это очень опасно. Все-таки может он пострадать, как он выйдет из этой ситуации. Но то, что вокруг него будут ловушки и какие-то там устраивать несчастные случаи, все-таки это будет происходить. Вот. Но дай бог ему, конечно, удачи, чтобы он не пострадал. Вот. Сохранил свое здоровье и все-таки прошел инаугурацию в президента. Ну, карты, конечно, не очень хорошие вышли. Все-таки будет очень тяжело. До свидания, мои зрители.